Срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений истекает 1 декабря 2022 года, напоминают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Оплатить налоги можно при помощи сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Если налогоплательщик не заплатил указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря начнет расти задолженность за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. С этого года стало возможным законно выращивать сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых и огородных участках для собственных нужд при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных, гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, сообщает в телеграм-канале Ленинского района. Закон, которым разрешается садоводам разводить сельскохозяйственных птиц и кроликов, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 14 июля 2022 года на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в закон о садоводстве и огородничестве. В телеграм-канале Кировского района рассказывают о серой зарплате, последствиях и особенностях ее получения и напоминают, выплата серой заработной платы производится исключительно по воле работодателя, на страх и риск работника. Размер, порядок и сроки выплат не закреплены никакими документами, поэтому такие выплаты могут прекратиться в любой момент. При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются вовсе. В этом случае средства на пополнение вашего лицевого счета в Пенсионном фонде России не поступают, и ваша будущая пенсия формируется в минимальном размере. С 17 по 22 октября пройдет Всероссийская профориентационная неделя «Найди свое призвание» для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, информируют в телеграм-канале Советского района. Неделя пройдет в формате онлайн-марафона. Участники получат рекомендации по выбору будущей профессии по итогам выполнения интерактивных заданий и изучения тематических материалов. Завершится профориентационная неделя онлайн-мероприятием «Выбери карьеру мечты». Его проведет Университет Синергии при поддержке Комитета Государственной Думы по молодежной политике, а также Международной гимназии инновационного центра Сколково.